Хо-хо, ребята, свершилось! Финал стартовал! Тим А против Тим Б! Вот тогда, а? Интересно, уже становится интересно, хотя даже мы еще ни одного минуса-то не увидели, но уже интересно, как это звучит, да? Тим А, Тим Б, финал, Супер Микс Пати, бай! Dreamforce Hack, к сожалению, ее не заучил. Я, знаете, слишком много всего приходится в памяти откладывать, что заучивать название всех турниров просто не имеет возможности. Я не имею возможности. Так вот, этот Super Mix Party Dreamforce Cup, Hack, как хотите называйте, это Super Mix Cup. Team A, Team B дошли до финала. Видимо, Team C и Team D выбыли. Хотя странно. А, наверное, полфинала игрались путем скрещивания. То есть Team A против Team D, C против B. Вот так вот. О. Заковеркано. В общем, все замудрено. До нельзя. Но главное, финал состоится. Главное, чтобы он красиво состоялся. И мы красиво, конечно же, за ним понаблюдаем, покомментируем. И все в этом ключе. А давайте пока о составах. Коротко о составах. Team B. Керрич, Сон. Кип, Excusite, вот так вот, Ant, вот так вот, это Team B. И Team A, Sen, Slider, Finneris, Overlike и Custom. Здорово, смотрим. Knife Round, начинается Finneris, маленечко ошибся своим, да, движением. Не в том направлении отправился. Видимо, заблудился, но нет, нашел дорогу. Нашел верный путь. Цель жизни найдена. В яму прямиком. Ого, его уже коцали. Вот так вот. Кстати, почему-то тихо. Ну-ка попробую громче сделать. Вот так вот. Вот так вот будет лучше. Ну и смотрим. Один остается Сон. Против вторых ему вряд ли удастся выжить. Хотя он маневрирует, знаете, очень даже уникально. Шок цена. Посмотрите, что делается. Против двух, также редовых остался. У него есть возможность потащить, но если бы не слайдер, если бы не его длинные-длинные ручонки. 1-0, Team A. Повели убирать в сторону обороны, ну и здорово. Первая карта начинается, Деймираж. Деймираж это очень-очень экзотично. Экзотично и порой забавно. Очень редко стали прибегать почему-то к прострелу. Он через пас сразу уходит, да, и стреляешь савиком. Может просто игроков савиками меньше стало, любителей АВП. Заядлых. Ну, смотрим, за развитием событий Team B прорываются через... уже отходил по каске Ant, через... Да, конечно же, через Профет. Ну, во все возможные лазеечки, нычки. Полазили, пора выбираться. И кубарем катиться вперед на точку. Раз, проскакивает ХЛТВ, случается на Муни. Один Сон, 16 хп. Ой, заметался. Заметался, испугался. Ему бы тут окоп вырыть и зарыться там. От испуга. Сан его отрыл. 1-0, Team A, повели. Также хочу прокомментировать, что идет. Данил сделал предсказание овертайм. Здорово, то есть идет конкурс, так называемый конкурс. Кто угадает счет двух карт? Первый и второй, соответственно, возможно, все дело затянется на 3. Почему-то никто не сделал такого предположения, это странно. То есть все пишут, он 16-9, Михаил 16-13, Арсен 16-7, 16-10, Артур 16-0, 16-0. И никто, ни одного нету на 3, да, там, не знаю, 16-10, 10-16 и 24 на, сколько там, 22. Не буду сейчас рассчитывать. В пятером сели. Ну, короче говоря, может было попроще сказать, угадывайте, выигрывайте Steam аккаунт. Я, как обычно, замудрил. Ну ладно, расположились. В уютной обстановке, в доме. Стол накрыли, скатерти им не хватает. Да, скажу я вам. Да и стол какой-то пустой. Ну, бедные, понятное дело. Все с глоками. Откуда у них фрукты да овощи? Бедно живут. А тут, смотрите, с какой классной позиции оверлайк смотрит ковры. Просматривает на дистанции. Эта информация будет просто убойная. Представляю, какое рубилово. Настоящую мясорубку сейчас попадут они. Жду до 30 секунды, оп, один проскочил, второй, третий, ой, как их много. Но ребята из Team A не запаниковали. Только у слайдера рука дрогнула, последний Ant. Он, видимо, через яму пошел, эмку сумел достать и также успешно сумел ее потерять. Уже 2-0.
В принципе, неплохо выскочили. Вот первый маневр, который совершил игрок, который первым выскакивал от ковров, это маленько смутило игроков обороны. И, в общем-то, за счет этого маневра все остальные игроки атаки могли свободно на первом этапе выскакивать из ковров, и у них, знаете, перспективные возможности раскрывались, ну, перед ними, но защита там, в принципе, не позволила особо разгуляться. Особо самовольничать атаки, она на этот раз в противоположном направлении двигается, опять проскакивает ЛТВ который раз подряд. Слайдер уже прошел всю респу. Лол, вы посмотрите, что делается. А у них какой-то странный бай. Два глока, три калаша. Уму не поддается. Что это у них творится? Самопроизвол какой-то. Вот и Олег. Лукаш подключается к голосованию, что ли. 16-3, 16-10, пишет он. Ну, в общем-то, все за суровую конкурентную борьбу. Достойную, не знаю, финала чемпионата мира. Да, только я один не верю. С какой-то стати скажу, да, скажете вы, почему ты не веришь? Ну, вот почему-то не верю я в ТМБ. Написал 16-0, хотя не знаю их особенно. Ну, тьма, видите, Фнинерис, Слайдер. Немало известные личности. Но почему-то они сейчас в низах таблицы, тап находятся. А вот с ним бы я совсем не знаком ни с одним игроком. Пока что Сен отличается. 5-0 идет. Смерть его еще не постигла. Наверное, он слишком шустрый, слишком беглый, быстрый. И смерть за ним угнаться не может. Коса слишком тяжелая. И опять в разнобой. Кто что хочет. Закупает. Галим, Калаш. Авик. Оверлайка работает. Безотказно. Перестрелка с... Фред Сона оказался сильнее спрея кастома. Керриш реализует АВП против Оверлайка. Кстати, Оверлайк тоже был с Авиком. И ситуация уже 2 в 1. Сан. Вот так сюрприз. Нежданно-негаданно. Тратанс и Сон 20 хп. Бомба лежит. И бомба лежит в такой позиции, где Сен имеет возможность ее полностью контролировать. То есть полностью контролировать ситуацию. Да. Время 50 секунд. И, конечно же, направление движения. То есть возможности, да, да, как выиграть этот раунд у Сона весьма разнообразны. Посмотрим, какой путь выберет он и насколько этот путь будет верный. Смотрите, сейчас будет ловить через перемычку. Сен. Ну-ка, посмотрим по таймингу. Интересный момент. Вон она, фигурочка. Фигурка, силуэтка, статуэтка. Метка с одним хп выживает. Божье чудо помогло Сону, и мой прогноз уже не оправдался. Я выбываю из борьбы, отключаю стрим и смотрите через ХЛТВ. Все, пока. Поверили? Нет, конечно, никто не поверил. Дурачимся, дурачимся, а Team B, видимо, возвращаются в игру усилиями Сона. Ну, молиться они теперь на него должны, просто молиться. Этого игрока, он их спас от верной гибели буквально в самом начале матча. Уже, нет, 4, ну да, по 2 потери понесли обе стороны. Посмотрим, за кем следующая потеря. Жми. Постарался, кип, от души постарался. Керрис один, Сантом. Два напарника. Угу, слаженно действует, один. Сен. 30 хп. Ну что, продолжение следует, то есть повторение предыдущей ситуации, то есть дубль 2. Оу. Оу. Вот это да. Такое надо видеть. Слышал топот своего соперника. Бомбу спер, убежал на Б. Нет, двинулся по... А, что это такое? А, он отопал, якобы убежал, а на самом деле вернулся. Интересно, какие выводы из этого сделает Сен. Ну да, предположил, что соперник не убежит на Б. Просто обманный маневр совершил. И правильно, и правильно. А Керрич-то без шабаш-то понесся вперед. Ну, за что получил? По заслугам получил. 4-1. Напоминаю вам, для тех, кто только что подключился, и, возможно, для тех, кто не в курсе...
Что к чему? Это Супер Микс Пати, Dream Force Fuck. Хак, конечно же, vk.com/yohack, вот так вот. Кикает XU сайта. Ой-ой-ой, тут уже сплай... Нинерис со спины врывается. Долго он у меня укорял... Укорял за то, что я его называл Найнерис. Ой-ой-ой. Ну все. Благодаря этим действиям я навсегда запомню, как правильно читается его ник. 5-1. Уже 5-1. А вот, меня уже просят при великим удовольствием. Конечно же, я передам привет всему коллективу, слаженному, дружному, веселому, позитивному и буйному, когда в этом есть необходимость, коллективу Black Rose. Девчонки, уже участвующие как на Steam Company, так и во многих других турнирах. И, знаете, я вам скажу, что бы сказать, даже вот такое, такой перечень слов у меня сейчас вертится. Как же я люблю Анмон. Ну да, люби дальше. Кто тебя запрещает? Так вот, Black Rose очень-очень достойные девчонки в составе этого коллектива показывают порой нереальную игру. Ну и вот Safety передает и всем привет. Ну и я, конечно же, подключаюсь, тоже передаю привет. Огромный и сладостный. Двое все-таки рвутся. Уперто рвутся через ковры. Их останавливает один за другим игроки команды Team A. Но Керрич, видимо, не из слабых парней. Ничто их, даже смерть не остановит. И я уверен, что сейчас после того, как они воскреснут, снова пойдут на ковры. Несмотря на то, что рез у них совсем в другом направлении. А нет. Не оправдали моих ожиданий, ну ладно. Вообще странно. Они на протяжении 40 секунд пытались пробить крепость на коврах. Пода крепость команды Тима. Это было весьма загадочно. В спектаторах? Правильно, ей там не место. ltv.ru, выйди, пожалуйста. Или кикните кто-нибудь. Отключусь. Текст, а то меня, по-моему, тут уже застукали. Спалили. Все ждут общения с Оксом. Сон. Минус кто? Корол? А, король раков. Да? Корол. Ладно. Ну и сон достали. КЛТВ уже третий раз подряд скачет. Загадочное происходит. Ну, теперь продвижение по коврам, точнее по туннелю под Б, вид смещения в подвальчик. Тут слышит все прекрасно король на своем троне. Сейчас всем своим подчиненным раздаст необходимые указания, и они постараются с ними справиться. Каждый убивает каждого. Ой-ой-ой, тут еще пацан. А, неудачный. Прыжок совершил. Последний момент, минус от слайдера. Остается стоять в позиции. Оу-оу-е. Ну, рассчитывал он явно на большее. Эксюсайд один с кипом. Вдвоем, точнее, они. Против троих. И двое зигзаг. Вот это будет неожиданность. Для них Эксюсайд в открытом. Открытой позиции находится. С перемычки, с зигзага, отовсюду же его пытались замочить и, в общем-то, справились со своей задачей, с поставленной задачей. 8-1. Как по накатанной идет игра у Тима. Они явно решительно настроены, потому что там приз, видимо, очень существенный за победу. Возможно, тому, кто стреляет максимальное число фрагов, промах неожиданный весьма. Густому... Ах! Невероятными усилиями. Очень энергозатратно. Team B. Игроки Team B в туннеле смогли справиться с кастомом. Но не более того. С ними моментально расправились. Последний керрич. Как-то быстро гибнут. Я бы даже сказал, очень быстро. Игроки Team B. Какие-то они дохленькие, к сожалению. Не побоюсь этого слова. Но нужно быть, наверное, более...
устойчивыми, что ли, на своих двоих держаться. Либо ноги не накачанные. Спички. Сожалеем об этом и желаем побольше заниматься спортом. Не только киберспортом. Хотя не знаю, не возьмусь предлагать, в чем причина их неудач. Начали. Неудач, конечно же, но, видимо, Ант готов исправить целиком и полностью ситуацию. Побороться в одного за всю свою команду. Изменить как-то положение. И вновь, за второй попытки уже не удается. А подсадиться в люльку пресекают. Ее, эту подсадку, и последний кип. Кип с бомбой выходит на Б. Ну вот сейчас было бы, с учетом того, что у него времени еще вагон целый, он бы мог пойти в спину через кухню, да, и постараться, допустим, замочить вот парочку игроков соперника, и потом уже поставить бомбу. А так посмотрите, к чему это привело. Они трое, втроем его окружили, по сути, да, готовы были втроем окружать. И ему там деваться некуда было бы абсолютно. То есть расчеты на будущее в этом раунде он никаких как бы планов не строил. Да, а целая минута еще. Гуля не хочу, хоть 10 раз оббеги карту Д Мираж за эту минуту. Нет, стал ставить бомбу. Куда торопиться? Кипишной. Ну ладно, пускай они на меня не обижаются. Патрулить иногда я люблю. Не так часто, просто ничего такого, какого-то достойного они не показывают. Что могло бы порадовать нас. По крайней мере, пока. Посмотрим, что будет дальше. Соперник все-таки не из простых попался. Вот бомбу выбили уже в перемычке. Инфа пошла, а никого поблизости нету. Бомбу одну запустили. Парень, иди сам борись. Отпетые мошенники. Побитые мошенники. Скажем про них так. Сон один, сон под Б. Правильно, там тебе место. Ну хотя он вроде один раунд. Он как раз таки вроде единственный раунд затащил для своей команды, помните, да, с 20 хп против сотого играл, выступал, да, и поставил хедшот. И в итоге выжил с одним хп. Вот это у меня надежно в памяти отложилось. Поэтому сон тут вне конкуренции. Вне подозрений вообще. Ну ладно. Ой, сколько пишут народу-то. Пишут и пишут. Ничего себе. Я про чатик. Ну вот те, кто предполагали 16-2, 16-3, вот Ренатик очень-очень близок предсказал счет 16-2 на первую карту, 16-3 на вторую. То есть Team B нужно еще один раунд постараться взять. Переложить все свои силы. Задействовать все свои силы. Для этого, ну вот сон. Тужится и тужится, старается приложить максимум сил. Да не удается. Бомбу выронил опять. Ант. Ну прям звезда какая-то. Но Сэн еще тот звездун. 12-1. И снова мне пишут. А ты как стрим через Steam или non-Steam делаешь? Давайте я сейчас буду на все вопросы отвечать по ходу стрим-трансляции. И мой репортаж будет состоять исключительно из ответов на вопросы. Это как раз в год, да, бывает президент? Выступает в прямом эфире, отвечает в прямом эфире на вопросы. Также здесь будем, давайте. Буду отвечать в прямом эфире. Да, вместо стрима. Конечно. Чё тут смотреть, согласен? 15-2. Ой, 5-2. 5-2 играют, 5-1 уже. На сей раз кип. Совершил два фрага к ряду. В предыдущем, помните, это был Ант. В яме здесь медла. Кип уже на большее замахнулся, но слайдер его пыл приостановил. 13-1 и последний разыгрываемый раунд за первую половину первой карты. Еще раз напоминаю, Супер Микс Пати Dreamforce Hack. Тут я уже правильно прочитаю. Ой, вот это да. Нежданчик. Повис кто-то у... Нет, не повис, отвис. Фнерис. На секундочку завис в пространстве. Да. На ниточках такая марионетка. Ну ладно. Кип. Один под А. Четверо... И сколько там? Четверо пошли ковры под Б. Сейчас тянутся через перемычку. Снова... Вот подобный раунд мы уже видели. От них... Они... Ух ты. Ух ты, тут уже зигзага скакивают, можно было резать даже.
Можно было даже уже нож выкинуть, да кулаками пытаться их забить. Почему бы и нет? По-моему, из всех возможных оружий они их уже поубивали. И оверлайк словил. Кипа 14-1. Убийственная сила. Вот что значит ураган. Тот еще ураганище. Значит, 14-1. Ну, сейчас прокомментирую я то, как народ проголосовал. Предположил, да, результат, исход первой, что второй карты. 16-9, 16-13, 16-7, 16-10. Ну, давайте тех, кто был максимально близок. Вот, Артур Петров, смотрю, 16-0, 16-0. Ну, маленечко накосячил. Виктор 16-6. Ну, пистолетку давайте пока увидим. Ой, Михаил, смотрю, Сафронов 16-6. Все были близки, да? Да вот кто бы мог подумать, что Team B настолько слабы окажутся и немощные. Прорыв от Team B вообще беспрепятственно проходит на точку Б. Тут уже в глубине затеивают перестрелку с одним, со вторым, с третьим. И, в общем-то, всех этих первых, так и до третьих уничтожают. Разбили в хлам всю оборону. Оборона оказалась весьма неподготовленная. 1-15. Остается одно очко Тима до победы. На Демираже дальше будет, наверное, интереснее. Возможно, Мираж просто испытывает неприязнь игроки Team B, неприязнь к Демиражу. То есть можно только это предположить. Тут замес, массовый замес. На планте А. А результат все тот же. Ну да, ближе всех был Ренатик. Он предположил 16-2. На Демираже. Но, к сожалению, маленечко промахнулся. Переоценил силы Team B. Немножко переоценил. Ну да, тот, кто сейчас оставляет комментарии, это, конечно, уже неправильно. Так, ну все, по сути, первая карта завершена. Демираж окончен. И плавненько, очень плавненько будем перебираться на вторую карту. Там. Надеемся на большее, конечно. Ну а пока что чуток отдохнем. Перерыв.